Мы гадали, надеялись и ждали. И все-таки им быть. Новогодняя афиша мероприятий в Волжском. Нас ждет целый калейдоскоп событий. Какой Новый год без елки? Нашествие Дедов Морозов можно будет наблюдать 26 декабря. В парке Волжске с 10 до 12 часов пройдет традиционный забег Дедов Морозов. Ну а на следующий день, 27 декабря, по улицам города в 11 часов пройдет новогодний автопробег Деда Мороза и Снегурочки. Наступление нового 2021 года волжане смогут отметить в ночь с 31 декабря на 1 января на площадках парка «Гидростроитель», парка «Волжский» и у молодежно-культурного центра «Юность». Праздничные программы на них пройдут с часу до 3 ночи. Но после встречи Нового года новогодние гуляния не закончатся. В парке «Гидростроитель» со 2 по 10 января с 11.00 будут проводиться детские дискотеки под открытым небом, а с 16.00 – диско-елки для взрослых. А 7 января в Центре культуры и искусства «Октябрь» в 17.00 состоится светлый праздник Рождества. Помните, что Новый год – это время чуда. Желаем вам исполнения всего задуманного и надеемся, что в новом году все наладится.